Друзья, плохие новости. Сегодня рано утром пришли к нам от нашего источника из шоу-бизнеса о нашем любимом, весьма известном российском актере Андрее Ильине. Перед началом просмотра видео подпишитесь, пожалуйста, на наш канал. Нам сообщают о том, что вчера вечером Андрей Ильин обратился к медикам за медицинской помощью. Оказалось, у него серьезная травма руки. Мы были шокированы, когда узнали, как он ее получил. Находясь у своего друга в Подмосковье, Андрей Ильин попытался погладить его домашнюю овчарку, которая сильно искусала Андрея Ильина за руку. На личном автомобиле друг его доставил в больницу, где сейчас Андрею Ильину оказывают медицинскую помощь. Информации, друзья, очень мало. Будем надеяться, что все пройдет хорошо, и уже завтра утром Андрей Ильин даст нам небольшое интервью. Следите за новостями, друзья, и будьте всегда с нами.